Международный турнир по греко-римской борьбе в Самаре. За белым роялем маэстро Руслан Нуриев. Самару пианиста-виртуоза из Ростова пригласили не случайно, ведь именно Нуриев может часами импровизировать, подбирать мелодии по характеру, из мажора в минор перетекая незаметно. Спортивная обстановка на турнире вполне напряженная, я скажу. Люди, спортсмены переживают, волнуются, нервничают, это заметно, но и выкладываются в том числе. Поэтому интересно наблюдать, я посмотрел почти весь турнир, и мне очень нравится. И буду вспоминать. Руслан Нуриев выступил сольным номером на торжественном открытии международного турнира для юных борцов. Затем уже в роли топера озвучивал выход финалистов на решающие поединки. В самый трогательный момент чемпионов подбадривала не фонограмма, а классическая фортепианная музыка. Для меня греко-римская борьба вполне родной вид спорта. Я сам занимался греко-римской борьбой, но больше в творчество потом ушел. Но все равно остались в голове все воспоминания, приемы, баллы, все эти нюансы. Интересно наблюдать. И я болел за Ростов, потому что я приехал из Ростова. В биографии пианиста этот самарский турнир далеко не первый опыт оформления спортивных мероприятий. В родном Ростове он уже выступал на матчах гандбольного клуба «Ростов-Дон». Также в школьных спортзалах подбадривал физкультурников. Нести фортепианную музыку в массы и прятать рояль в кустах – его главная фишка, благодаря которой он стал известен миллионам. Марина Баркова, Алексей Гриднев. Программа «Утро губернии».